Кто приезжал? Сегодня там приезжали люди, которые рассказывали о мире и о том, как правильно они делали оружие, о том, как они развивались. Что еще помнили? Помимо того, что они нам рассказывали, они также показывали нам и предоставили такую возможность изготовить оружие. Тебе понравилось? Очень. Насколько это было тяжело? Это было не сильно тяжело, потому что главное хорошо все понять и приложение достаточно усилий. Что мне это пригодится, мне очень понравилось, и узнала для себя что-то новое. Мне нравится сама история. Да, мне очень нравится история. А ты знала до этого о нем докладе? Да, знала, но сейчас узнала гораздо больше. Да, потому что я посещала именно этого мероприятия еще потом. У нас есть культурно-досуговый центр. Также в этом я иногда ходила в лагеря, у нас тоже такой, ну, похоже, что мне это очень интересно и познавательно. А хотелось бы тебе еще раз увидеть нового мастер-класса с тем же героем, или может еще что-то, чтобы вы приезжали, что-то новое рассказывали. Да, я бы хотела узнать что-то еще. А ты знаешь что-нибудь об учебной коллекции? Часть вот этих фанатов, это часть учебной коллекции, которая приводится в вашу школу. Знала ли что-нибудь? Ну, я не знала, но догадывалась. А понравилось? Ты посмотрела, попробовала, захотела? Давай, спасибо.